Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Vezel Hybrid 2014 год в белом цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, 132 лошадиных силы КПП, передний привод. Литые диски на хорошей летней резине, пробег 129 тысяч километров, аукционный балл 4. Имеются повторители в зеркалах, хромированные вставки, V-рейлинги на крыше, ветровики, спойлер. По салону ухоженный темный салон, не прокуренный. Климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, подрулевые лепестки, антиюз, режим эко, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП данного автомобиля. 95, 99, 90, 102, 87, 87. 88, 99, 92, 85, 93.